Спортивные новости. Акробатический рок-н-ролл – это одновременно зажигательный танец и завораживающая акробатика. Это современный и быстро развивающийся вид спорта. И в нашем районе он уже успел завоевать популярность благодаря своей красоте и зрелищности. Открытый фестиваль Славянского района по акробатическому рок-н-роллу среди мальчиков и девочек от 3 до 10 лет, юношей и девушек от 11 до 14 лет прошел в здании специализированной спортшколы по футболу «Виктория». Около 90 участников из Славянского и Северского районов соревновались в 9 различных категориях. Этот вид спорта очень сейчас популярен и развит, и очень сильно набирает оборот. Поэтому мы, считайте, родоначальники. Помимо города Краснодара, сегодня впервые мы открываем этот фестиваль красивый. Я думаю, что в нашем районе очень полюбился этот вид спорта. У нас очень много детей, очень хорошие базы. Я думаю, этот вид спорта будет развиваться. И я очень рада, что именно спортивная школа Олимпийского резерва сегодня представляет этот вид спорта. Открыли соревнования одни из самых юных участников. И, возможно, им еще далеко до совершенства, но они подкупили зрителей своими искренностью и непосредственностью. Жюри беспристрастно оценивало выступление, беря в расчет четкость и слаженность движений и другие параметры. Ребята очень старались. Я люблю акробатический рок-н-ролл, он мне нравится. Надо больше тренироваться, чтобы добиться всего успеха. Занимаюсь я со второго класса им. Мне очень нравится акробатический рок-н-ролл. Этот танец, он очень красивый и энергичный. Я занимаюсь этим видом спорта уже 2 года. На соревнованиях уже 2-й раз. Я постарался, надеюсь, у меня будет хороший результат. Арсений Гриднев завоевал бронзовую медаль, а славянец Арсений Зиборов стал победителем фестиваля. Я очень рада, что я получил 1-е место по акробатическому рок-н-роллу с Аней Тьманиковой. Я учусь 4 раза в неделю. Грамотами и медалями были отмечены все отличившиеся. Славянские юные спортсмены сумели продемонстрировать свои растущее мастерство и умение выступать в составе дружной команды. Будем ждать от них новых творческих успехов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».